Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Флейта. Здравствуйте, дети! Ого, что у вас есть? Да, телескоп! Телескоп? Да, чтобы смотреть на звезды. Здравствуйте! А? Ну что, крошек, видно звезды? Нет, ничего не видно. Не-а. Ничегошеньки. А может, это и не телескоп вовсе? Не телескоп? А что тогда? Пароходная труба! Нет, ежик, это не труба. Скажу вам по секрету, дети. Это флейта. Музыкальный инструмент. Флейта? Чтобы музыку играть? Да. Дуешь, и получается музыка. Чур я музыкант! Скучная музыка! Лучше я! И у тебя скучная! А можно мне? Никакая это не музыка, а просто ту-ту-ту! Может, это все-таки труба? Пароходная. Или мы не так играем? А как вообще играют на музыкальных инструментах? Смотря на каких. Инструменты бывают разные. Музыкальные инструменты. А? О! Дудочки дудят. Дудочки дудят. Дудочки не шуточки. Дудочки дудят. Трубы, тубы, саксофоны и хрипучие тромбоны. Все дудят, дудят, дудят. Ба-б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 а-
бью-бью. Барабаны не поют. Не поют и не кричат. Стучат, стучат, стучат. Скрипочки, ах, скрипочки, виолончели. Все качают скрипочки, музыки качели. Гладят струны ласково, чуткие смычки. Выбирают скрипочки, ох, не простачки. И на клавишах рояля наиграет моя ля-ля. Коля, Петя, Тоня, Валя, Саша, Маша, Вова, Галя. И ты тоже, мой хороший, не проспи момент. Выбирай себе по вкусу. Выбирай себе по вкусу музыкальный инструмент. О-о-о! Столько всяких музыкальных инструментов, а у нас это. О, флейта! Можно я попробую? Пробуй, все равно не играет. Все время ту-ту-ту, скучно. Скучно? О! Как ты это сделала? Да, как... Ого! Вы помогли! Да, малыши! О. Чтобы звук флейты получился красивым и мелодичным, нужно не только дуть, но и зажимать дырочки. Тогда будет музыка. О! О! О!
Какая музыка! Молодцы, малышарики! И про музыкальные инструменты узнали, и на флейте играть научились. Пикник. Ну что, проснулись? А я уже давно не сплю. Жду вас. Ждешь? А зачем? Здравствуйте, малыши! Кажется, наша пандочка задумала что-то интересное. Здравствуйте! Я приглашаю вас на пикник! Вот! У-у-у. Пикник? Здорово! Значит, договорились! Я побегу готовиться, а вы приходите! Нюшенька, ты скоро? Пикник же! Да-да, я уже готова! Побежали? Ой, а куда бежать? О, где пикник? Раз пикник, значит в лесу. Сейчас найдем! Пандочка! Здесь ее тоже нет. Пандочка, пока не пришли? Пока нет. Может быть, они заблудились? Заблудились? О, точно! Я же им не сказала, куда идти! Правильно, пандочка! Нужно подсказать малышам точный адрес. Адрес? Адрес. Подвести? Ага! Говори адрес. Адрес – это правильное название места, где кто-нибудь живет или работает. По адресу можно прийти в гости к друзьям. Отправить письмо. Только адрес должен быть точным. Название города, улицы, номер дома и квартиры. Тогда письмо попадет прямо туда, куда нужно. Некоторые адреса нужно знать наизусть, как стишок. Ага, например, свой адрес. Запоминайте, малыши. Город, улица, дом, квартира. Приехали. Теперь я знаю, что такое адрес. Город, улица, дом, квартира. Вот вы где. Пандочка, ты нас нашла. А теперь и вы меня найдете. Запоминайте адрес. Детский сад, группа малышарики, Песочная улица, дом 4. Я вас там жду. Пандочка, подожди. Убежала. С детским садом все ясно. С группой тоже. А где у нас тут Песочная улица? Песочная? Я знаю, куда идти. Два домик, три домик. Вот, дом 4. А вот и пикник. Пожалуйста, пандочка. Спасибо, что пригласила. Да, малыши, отличный получился пикник. Но главное, вы теперь знаете, чтобы не заблудиться, всегда нужно знать точный адрес. С ветерком. Здравствуй, ежик. Чем это ты так увлекся? Здравствуйте. У меня вот змей. Змей? Где змей? Я его боюсь. Он страшный. Не бойся, Нюшенька. Мой змей не страшный. Он яркий и летучий. И правда, воздушный змей получился. Ай да ежик. Еще не получился. Ему нужно хвост приделать.
и ниточку привязать. Летучий, не страшный. Вот здорово. А можно тебе помочь? Конечно. Неси сюда хвост. Он вон там. Это мочалка, чтобы мыться. Никакая это не мочалка. Это гирлянда, чтобы красиво было. Это хвост для летучего змея. Для змея? Вот хвост, ежик, держи. Спасибо, Нюшенька. Вот, готово. Иди, змей. Ой. Не летит, но почему? Малыши, чтобы змей полетел, нужен... Я знаю, что нужно. Крылышки. Точно. Ничего не понимаю. Я же все сделал правильно. По книжке. Ха! Ему нужна высота. Ну-ка, лети. Все равно не летай. Да, ежик. Дело в том, что змею для полета нужен ветер. Без него не полетит. Ветер? Ветер. Это ветер. И где же он? Ветер – это поток воздуха. Его можно услышать, можно почувствовать, а вот увидеть ветер нельзя. Хотя, если присмотреться... То можно! Да, малыши, если присмотреться, то можно увидеть, как ветер колышет занавески, гнет деревья и кусты, гонит облака. Ветер бывает разным – легким обдувающим ветерком и сильным, сбивающим с ног ураганом. Но люди давно научились пользоваться силой ветра. Раньше ветер крутил лопасти мельниц и помогал делать муку. Сейчас ветер крутит лопасти генераторов и создает электричество. Ветер надувает паруса кораблей. А еще ветер умеет играть! Ну и ну! А ведь и правда, ветер не только отличный помощник, но и товарищ в веселых играх. Достали! А теперь вперед! Ветер искать! Какой хороший змей у вас получился. И как хорошо летит с ветерком. Скорая помощь. Нюшенька, барашек, доброе утро. Куда это вы идете? Мы идем лечить куколку. Мы врачи. Чур я с вами. Куда идти? Только не отставай, мы скорая помощь. Скорая? Сейчас я вам покажу настоящую скорую помощь. Ой, ой, не едет. Сломалась? Нет, просто антенка согнулась. Попробуй ее распрямить, крошек. Некогда, я же скорая помощь. О, поеду на грузовичке. О.
это сломалось? Нет, крошек, просто ветки согнулись и не дают грузовичку проехать. Попробуй их распрямить. О, я лучше вот поеду на подъемном кране. А как же ей помочь? Ой, мы не знаем. Не-а. А вы посмотрите внимательно, малыши. Куколка согнулась, значит, надо ее... распрямить? Да, крошек, распрямить. Осанка. Ёжик, что это ты весь свернулся, скукожился? Где твоя красивая осанка? Осанка? Да, ну-ка попробуй. Ровная спинка. Вот так. Ровные плечики. И раз, и два. Голову и иголки вверх. Вверх. Отлично. Правильная осанка нужна для здоровья. Поэтому важно делать зарядку и упражнения для осанки. А еще держать плечи и спинку ровными, когда стоишь или идешь. Когда сидишь и читаешь. И когда рисуешь. Высоты. Действительно, с правильной осанкой все становятся выше и красивее. Ну что, малыши, теперь вы знаете, как помочь куколке? Знаем! А, и я знаю! Поберегись! Ну вот, теперь куколка ровная. Ой, а деревце кривое! Ура! Скорая помощь всем успела помочь! Да, малыши, вот теперь все ровное, красивое и, главное, здоровое, с правильной осанкой. Невидимки! Два, здравствуйте, три, малыши! Привет! Добрый день! Добрый день! Молодцы, малыши! Сначала полезная гимнастика, а потом полезный перекус. Хорошо! А теперь бег на месте! Раз, два, три. Бежите! Раз, ага, бежим! Раз, два, три. А никуда не добежите! Вот так! Это почему? Потому что микробы вредные, невидимые! Везде! Ой! Микро... что? Микробы! Они как прыгнут! От них болит живот и голова, и зубы! Ой-ой-ой! Все болит! Не бойтесь! Я этих микробов прогоню! Не прогонишь! Их очень много! Что же делать? Не волнуйтесь! Я вас защитю! Защищу микробы, невидимки. Чтобы они нас не нашли, нам тоже надо стать невидимками. Вперед! Малыши, вы где? Ау! Играете в прятки? Нет, это не игра и не прятки. Мы невидимки! Невидимки? Вот это да! А почему вы решили стать невидимыми? Из-за этих, как их, микробов.
Ах, вот оно что! Вы испугались микробов! Понимаю. Сейчас я вам про них расскажу. Микробы. Знакомьтесь, малыши, это микробы. Их много, и они очень разные. А еще они невидимые. Почти. Просто микробы такие маленькие, что увидеть их можно только в микроскоп. Такие игрушки совсем не страшные. Верно, Тигруня. Микробов не нужно бояться. С полезными микробами нужно дружить. Они помогают нашим животикам переваривать пищу, помогают нашей коже заживлять ранки, помогают нашему организму не болеть и быстрее выздоравливать. А с вредными микробами как быть? Как быть? Ну-ка, малыши, вспоминайте. Что же делать, как же быть? Что же делать, как же быть? Просто руки будем мыть. Трем ладошки. Чтобы вредные микробы не попали в наш организм, нужно мыть руки. После прогулки, после игр и занятий. Если трогал животных. Или копался в земле. После туалета. Молодцы, малыши. И перед едой. Что стоим? Вперед, вредных микробов побеждать и прогонять. Идем. Вот мыло. Вперед. Да. Все, теперь чистые. Без микробов. Чистые, без микробов и очень вовремя. Вам пора возвращаться в группу, малыши, и есть полезный йогурт. Ура! Йогурт! Полезный! А все потому, что в нем полезные микробы. Вот молодцы, малыши. И гимнастику сделали, и руки с мылом вымыли, и все-все про микробов узнали. Вредных и полезных. Ушки для ушарика. Здравствуй, Тигруня. Тигруня. Ой, здравствуйте. Я вас не услышала. Ой, и тебя не услышала. Привет. А ты кто? Я тебя раньше не видела. Новенький, да? Я Тигруня. Тоже была новенькой, а потом со всеми познакомилась. Хочешь, и тебя познакомлю? Ты чего молчишь? Боишься? Не бойся, они не страшные. Пойдем. Кажется, Тигруня, твой новый знакомый молчит вовсе не потому, что боится. А почему? Из-за него, что ли? Потерял и расстроился. Ладно, сначала найдем, потом познакомимся. Пошли! Поберегись! Ну ты чего? Плохо слышишь? Я же крикнула, поберегись! Да, пандочка, не все слышат одинаково хорошо. Ну ладно, привет! Некогда нам, мы вот это ищем, не видела? Ня. Помочь искать. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Как вам моя песенка? Я тут барабаны нашел. А это не находил? Не-а. Ого! Ну и штуковина! Туда! Я с вами! Во! Это магнит, малыши! Он умеет примагничивать разные предметы. Раз-два. Прием. Это мой аппаратик. Он помогает мне слышать и говорить. Привет, я Ушарик. Привет, Ушарик. Теперь ты сможешь услышать мою песенку? Бам-бам-бам. И мою машинку. Жим! Поберегись. И меня. Приятно познакомиться, Ушарик. Как хорошо, что твои ушки теперь слышат.
Да, Тигруня, хорошо, что малыши с нарушением слуха могут слышать, говорить, общаться и дружить. Нарушение слуха. Кружит, кружит шумный шарик наш с тобою общий дом. В доме том живет ушарик, ты, конечно, с ним знаком. Мир его намного тише, в этот мир открыта дверь. Пусть он что-то и не слышит, но все чувствует, поверь. Так бывает, так бывает. Ушкам силы не хватает звуки собирать. Будем ушкам помогать. Кружит, кружит шумный шарик наш с тобою общий дом. В доме том живет ушарик, ты, конечно, с ним знаком. Много тише, в этот мир открыта дверь. Пусть он что-то и не слышит, но все чувствует, поверь. Дежурные. Доброе утро, малыши. Доброе утро. Скоро завтрак. Кто хочет быть дежурным по тарелкам и ложкам? Я хочу! Хорошо, тогда помогайте. Расставляйте тарелки, раскладывайте ложки. А мы? Да, а как же мы? Мы тоже хотим этими самыми... Дежурными! Конечно, вы тогда будете дежурными по кисточкам и краскам. Сразу после завтрака и порисуем. А мы тоже дежурные по кисточкам и краскам. Давайте скорее есть! Не торопитесь, садитесь. Ешьте аккуратно. Приятного аппетита. Ага, спасибо. Быстренько поедим и тоже подежурим. Огонь. Ну как, малыши, понравилось вам быть дежурными? Нет, совсем не понравилось. А все потому, что вы забыли про уважение. Про что? Уважение. Ёжик, что это у тебя в банке? Сладкое варенье? Не-а. Хрустящее печенье? Нет, у меня тут правило уважительного отношения. О, вот это да! Поделишься с ребятами? Ага! Если кто-то спит, не шуметь и не кричать. Отлично! А еще? Если кто-то говорит, не перебивать.
если кто-то очень занят, не мешать. Да, малыши, вот что значит уважать. Уважать, не обижать. Ого, что это у вас, малыши? Полдник, я дежурный по печенькам. А я по салфеточкам. Мы теперь все вместе дежурные, будем вам помогать. И еще вот. Это мне? Да, йогурт с ягодами. И с уважением! Вот это, малыши! Спасибо большое! И за помощь, и за йогурт, и за ягоды, но главное – за уважение.